Тихо. Очень трудно, знаешь, писать на твоей лопате, блин, пальцем одним. Итак, я приветствую всех наших морковок в нашем новом видео про путешествие в Аванпост. Да, я буду по большей части влога говорить именно за кадром, потому что, разучилась я снимать влоги, и я не успеваю записывать себя говорящую и делиться эмоциями. Но зато сейчас у меня точно есть время вам все рассказать. Итак, это первый день в Аванпосте. Поехали! Или точнее, поскакали. Начнем с того, что день был вовсе не день, а больше вечер, потому что съезд участников был 5. Хочу сказать, что пока я туда ехала, чуть не умерла от всяческих болезней, потому что меня крутило от нервов, мне настолько было плохо, я настолько волновалась за все эти мелочи, то, что куда вещи потом положить, куда идти, куда что делать, куда бежать. Но по приезду нас тут же встретил один из инструкторов, взял у нас некоторые вещи и сопроводил нас в беседку, которую вы видели уже ранее. Там нам объяснили основные правила, например, такие как лошадям ничего давать нельзя, на это есть контактный зоопарк. Нас поделили по группам, причем получилось хорошо, так как нас заехало 50 человек, и получается у нас по 25 человек в каждой группе было. Ну и некоторое время погодя нас проводили в лагерь. Проходили мы через экопарк, и он как раз таки сейчас и находится у вас на видео. Наша дорога, и причем если у вас она на видео занимает вместе с перемоткой, пару минут, то у нас это занимало достаточное количество времени, чтобы бегать туда-сюда, если вдруг что-то забыл. Но я с полной уверенностью могу сказать, что это того стоило, потому что каждое утро ты проходишь мимо лошадей, которые к тебе подходят, ластятся, гладятся, или ты проходишь мимо и замечаешь новых оленей, это безумно интересно. Кстати, да, прошу прощения на данный момент за съемки, потому что я только-только привыкала к технике, которую взяла в аренду, чтобы попытаться заснять вам еще более хорошее и качественное видео, а точнее это был стабилизатор. Это что-то типа монопода, типа селфи-палки, которая не дает вашему телефону сильно-сильно трястись и дает вам снимать более ровные видео. Я пыталась проходить с ним практически весь поход, и поэтому самым частым вопросом к себе я слышала, а что это такое? И все потому, что оно выглядело не просто как монопод, селфи-палка стандартного вида, а потому что оно было все перемотанное скотчем малярным, в пленке полиэтиленовой, дабы защитить хоть как-то, хоть на чуть-чуть. И поэтому вы можете видеть на фотографии, как оно выглядело и почему на него все так косились. Кстати говоря, впереди нас идут Ваня и Вика. Это через пару минут наши будущие соседи по палатке. Конных выездов у нас на сегодня не планировалось. Планировалось завести свои вещи в лагерь, расположиться там, поужинать и, собственно, пойти к костру, поиграть, познакомиться. Уф, простите меня все, кто не хотел попадать в объектив камеры. Я не виновата. А вот это как раз и был наш домик на будущую недельку. Кстати, да, я нахожу странным немного то, что арахнофобы, то бишь люди, которые боятся пауков, остаются ночевать в палатках на природе. Да.
гости не хотите? Да! Собственно, ничего необычного. Стандартное мое поведение. Блин, капец. Понимаешь, на свободе. По идее, дикий олень. Какие они лапушки, господи! Собираемся, можно сказать, в столовой. Говоря о столовой, кормят там отменно. Похудеть у вас точно не получится, порций хватает выше крыши. После ужина мы пошли знакомиться с местными зверушками в контактном зоопарке. Кстати говоря, потом стало традицией ходить после завтрака, обеда или ужина с кусочком хлеба и угощать их. Пойдем павлина щипаем, да? Ты перышко хотел? Не обращайте внимания, просто Влад уже давно хочет перо павлина. Яичку мы, естественно, не тронули. Алиночка. Пришло время осматривать окрестности. Теперь мы пошли тискать местных лам.
кивнул. Теперь ты хочешь ламу. Я подумаю над этим. О, какой милый. Вот здесь, да? А ты, ладно. Чешу тебя, чешу. Такой носик. Так. Я, кажется, всех научу целовать. Или тебе пахнет, нравится, как пахнет от меня гречкой с салатом? О да, это гречка. Она божественна. Вообще. Да, подружечка. Серьезно, это так можно? Это так действует? Это так работает? Серьезно? А если бы кто-то не шел? Тут же видны были эти следы. А если бы здесь кто-то не шел? Ну, бывает. Там кто-то идет. Крадется, мы его не видим.
собственно, день подходил к концу. Однако не программа. Как я уже сказала, мы еще вечером посидели около костра. Все познакомились, ну, насколько это было возможно, насколько память позволяла. Больше мы познакомились, естественно, потом. Могу сказать, что первую ночь мне не так уж легко было уснуть, потому что все-таки я как раз-таки и являюсь арахнофобом. И поэтому перед тем, как лечь спать, мы с Владом гоняли пауков, наверное, до рассвета, а потом только я уже уснула. Последующие ночи были гораздо спокойнее, и слава богу. Ну что ж, плохо ли хорошо, но наше видео подошло к концу. И вам остается ждать только следующий влог со следующего дня. Там будет все гораздо интересней. Ну что, всем пока, до новых встреч!